Здравствуйте, дорогие читатели. Последнее время все чаще приходят письма, где новички или те, кто читал книги, не всегда понимают, что делать в критических ситуациях, что делать, когда обрушились несчастья какие-то или обнаружилось заболевание. Не все имеют достаточный запас времени, чтобы прочитать достаточно большой объем книг, видеодисков. И я подумал, что может быть полезным записать диск, посвященный работе над собой. И не просто в виде лекции, а в виде непосредственного общения и возможности поработать перед экраном компьютера или телевизора. Итак, у вас обнаружились какие-то проблемы. Что нужно делать в этом случае? Я говорю, что если какое-то серьезное заболевание, нужно идти к врачам, чтобы оценить ситуацию, чтобы иметь какие-то прогнозы и чтобы начинать бороться со следствием. Параллельно нужно работать с причинами, потому что причиной любого заболевания, любых проблем является проблема с нашей душой. Дело в том, что у человека существо энергетическое, и в нем есть несколько видов энергии. Два основных вида энергии, как у души две половинки. Одна обращена к стратегическим планам, другая к тактическим. То есть один вид энергии физический в нашем теле, другой вид энергии, который связан со временем, с духовными структурами. Это та главная жизненная энергия, которую на Востоке называют чи или ци или прана. И запасы этой энергии можно возобновлять, можно тратить, и это влияет на наше физическое здоровье, на судьбу. Дело в том, что понятие здоровья, понятие судьба, понятие психическое здоровье, все это поддерживается различными видами энергии. И когда у человека главная энергия уменьшается, то тогда начинается снижение по всем направлениям. Он может заболеть психической болезнью, у него может быть развал по судьбе, у него может быть проблемы на физическом уровне, но все это в основе, сказать, имеет одну и ту же природу. Главная жизненная энергия у нас находится в душе. И получаем мы ее через нашу душу. По Библии сказано, что душа пришла из Бога. Так вот, контакт со Всевышним и дает нам эту высшую энергию. Мы ее получаем как нечто, как единая жизнь во вселенском масштабе. Каждый человек внешне индивидуален, а внутри, на тонких планах, на уровне подсознания, мы единое целое. Так вот, когда человек начинает грешить, сказано в Библии, он становится, совершает либо преступление, либо получает болезнь. Болезнь часто защищает и спасает его от дальнейших грехов, преступлений и нравственного разложения, как и несчастья, впрочем. Так вот, насколько человек преодолевает себе основу греха, настолько он перестает болеть. Это если говорить языком религиозным. А если говорить языком научным, то грех, то есть разрыв единения с первопричиной, приводит к тому, что падает главная энергия жизненная, и эта энергия начинает уменьшаться, и уменьшается энергия судьбы, энергия здоровья, наша духовная, душевная и физическая энергия. И это все дает нам серьезные проблемы. Значит, какой вывод? Вывод простой: вернуться, восстановить связь с Богом,
восстановить приоритет души над телом, восстановить чувство любви, которое является показателем того, что мы внутренне являемся верующими, что мы открыты божественной воле и что у нас единство с первопричиной. Как клетка, которая утрачивает связь с организмом, она лишается поддержки организма, становится раковой, должна быть уничтожена, так и любой человек, который утрачивает связь с Богом, практически не жизнеспособен. Только этот процесс идет достаточно долго. Он начинается на тонких планах, начинается с потомков и постепенно подходит к человеку. То есть можно достаточно много совершать нарушений, и когда уже приходит торможение, можно забрести достаточно далеко. В Библии это языком религиозным описывается так. Кого Бог любит, того наказывает. То есть, чем раньше к нам приходят проблемы, тем больше у нас шансов найти и вернуться на правильную дорогу и восстановить душевное здоровье, которое является залогом и духовного, и физического здоровья. Итак, когда мы начинаем грешить, когда мы отворачиваемся от Бога, когда мы утрачиваем любовь, тогда, то есть, когда мы нарушаем первую заповедь, тогда, когда мы начинаем поклоняться чему-то в этом мире. То есть нарушение первой и второй заповеди фактически идет на одном уровне. Если я начинаю кому-то поклоняться, любовь во мне уходит и превращается в страсть. Я могу поклоняться любимому человеку, я могу поклоняться жизни, я могу поклоняться духовным и материальным ценностям. Но если говорить о главных составляющих, то поклонение любимому человеку, духовным и материальным ценностям – это, в принципе, поклонение моей жизни. Я хочу продолжить жизнь, включая инстинкт продолжения рода. Я хочу сохранить жизнь, механизм инстинкт самосохранения. Эти два инстинкта объединяются в один – инстинкт выживания, инстинкт продолжения жизни. Поэтому этот главный инстинкт для человека является основополагающим и является залогом выживания. Но он вторичен, потому что главный инстинкт – это инстинкт единения с Богом. Это любовь к душе, которая важнее жизни. Вот это главный механизм, который дает религиозное учение, и благодаря этому механизму жизнь продолжается. Здесь парадокс. Если я пренебрегаю жизнью, то я умру, но если я поклоняюсь жизни, я умру тоже. Потому что поклонение жизни заставляет забыть о божественном, о том, что жизнь – это одна из только форм реальной той жизни, в которой мы живем. Есть жизнь в теле, а есть жизнь вне тела. И поклонение части в ущерб целому приводит к проблемам. Так вот, когда человек поклоняется жизни, у него незаметно начинаются проблемы на уровне души. Он начинает ставить на первое место свое тело физическое, свое сознание, свою жизнь. И в тех моментах, когда он защищает себя как физическую оболочку, свою духовную территорию или душевную, он начинает отказываться от любви. Такой человек начинает ненавидеть врагов, он начинает ненавидеть близких, если те его обидели. Такой человек не может простить. Он не может принять потерю, потому что эта потеря есть разрушение его жизни. А верующий человек, когда что-то теряет, он понимает, что в этом есть высший смысл, высшая воля, и это нужно принять. И таким образом, принимая потерю, то есть ущемление жизни, он поднимается над жизнью, он любовь и принятие божественной воли поднимает выше жизни, и это позволяет ему укреплять связь с Богом. И после этого укрепляется сама жизнь. Значит, первый шаг для того, чтобы реально восстановить свое внутреннее состояние и помочь своей душе, это не бороться с природой, а помогать ей. Что делает болезнь? Что делает несчастье? Они отрывают нас от жизни. Они сужают наши возможности. Они ущемляют наши желания. Значит, нужно не бороться с болезнью, а нужно выполнить то, что делает болезнь, тогда она не нужна. Значит, нужно пройти процедуру смерти,
Нужно попрощаться со всем тем, что вам дорого. Нужно отрешиться от всех привязанностей, от всех желаний и ощутить то, что есть вещи важнее жизни. Наша жизнь – это спектакль, который начинается и заканчивается. А наше истинное «Я» вечно. Наша душа по своей сути неразрушима, потому что пришла из Бога. И когда мы осознаем, что мы вечны, тогда мы перестаем бояться, перестаем сожалеть и ненавидеть. Вот момент смерти и происходит как бы автоматическое перемещение точки опоры с того, что разрушается, с нашего внешнего «Я» на наше истинное «Я». Поэтому процедура выздоровления – это процедура преодоления привязанности к жизни. Это преодоление поклонения жизни, желаниям и всем ценностям, которые в этой жизни присутствуют. Умение отрешиться, оно дает душевное здоровье и восстанавливает здоровье духовное и физическое. Поэтому всегда посты предписывала религия, и поэтому голоданием и дыхательными техниками, которые помогают человеку совершить отрыв от привязанностей, лечились практически все заболевания. Христос говорил, что самые тяжелые заболевания у бесноватых, бесноватость, лечатся постом и молитвой. Пост – это отрешенность, это аскеза, это отрыв от привязанностей, а молитва – это обращение к любви и к Богу. Значит, с одной стороны отрешенность, с другой стороны – концентрация на любви. Вот это и есть механизм выздоровления, о котором, по сути дела, говорят все религии, и к этому сейчас начинает приходить наука. Итак, первый этап – это не протестовать, не переживать за свое будущее, не сожалеть о прошлом, а принять болезнь как толчок к развитию, толчок к любви. Болезнь не столько за что-то, сколько для чего-то. С одной стороны, мы пересматриваем прошлое и отказываемся от агрессии, снимаем через покаяние и сожаление, и уныние, и обиды, и осуждение. А с другой стороны, мы понимаем, что болезнь – это не столько расплата, сколько возможность для развития. Об этом как раз Христос и говорил, что болезнь – это не наказание, а болезнь – это возможность найти дорогу к Богу и ощутить божественное исполнение божественной воли. Поэтому первый этап – это отрешенность. Нужно попрощаться со всем, что нам дорого. Нужно мысленно пройти процедуру смерти. И нужно понять, что любой спектакль рано или поздно заканчивается. Как сказано в Бхагавад-гите, все, что родилось, должно умереть. Это закон. Это нормально и это естественно. Поэтому внутренне цепляться за жизнь мы не имеем права. Снаружи мы обязаны жить, развиваться, любить жизнь и ценить ее. А внутренне мы должны понимать, что это один из аспектов нашего развития, который начинается и который заканчивается. Поэтому сейчас вспомните все свои моменты, все то, что вам дорого, все то, что вы цените, все то, с чем вам больнее всего расставаться, и мысленно это расставание примите. Прошу. Thank you.
Когда человек умирает, перед ним часто прокручивается вся жизнь в обратном направлении. И вплоть до самых первых мгновений, когда он начинает воспринимать этот мир. Я думал, почему это происходит, потом понял. Когда мы умираем, мы отпускаем все. От все привязанности, все то, что для нас значимо, то, что для нас важно. Так вот, с годами, со временем мы нарабатываем авторитет, знания, понимание мира, какие-то ценности. И когда начинаем отрываться от всего, мы постепенно отказываемся от авторитета, от значимости, от возраста, от ценностей и входим в состояние ребенка, у которого ничего нет. Так вот, если вы начинаете отрешаться от всего и начинаете ощущать себя маленьким ребенком, значит, у вас это получается. То есть, когда исчезает все то, что для вас значимо, и вы не воспринимаете себя уже каким-то человеком определенного пола и возраста, а ощущаете себя крохотным ребенком, значит, у вас вот эта отрешенность произошла. И сразу появляется чувство радости, чувство счастья и любви, потому что именно привязанность к миру, погруженность высасывает из нас все силы, появляются страхи, сожаления, претензии и прочее, как желание защитить все это. И когда мы все это отпускаем и ощущаем себя в другом состоянии, тогда исчезают все эти агрессивные эмоции. Что может помешать возвращению в исходное состояние? Непривязанности, любви. Наш жизненный опыт, наш багаж обид, наш багаж обид не только на людей, но и недовольство судьбой, неприятие произошедшего, наши моменты сильного сожаления, которые ушли в душу. Все это является протестом, неприятие произошедшего – это протест против судьбы и против Бога. Сильная обида – это тоже неприятие Божественной воли. А Бог – это любовь. Поэтому в конечном счете любой внутренний сильный протест, недовольство, осуждение, обида – это есть отказ от любви. Пройдите в свою жизнь, вспомните самые главные моменты главных жизненных испытаний. Если вы их неправильно проходили, пройдите заново, сохраняя любовь и принимая Божественную волю. Особенно моменты, когда была первая любовь, моменты, если были претензии к родителям, все ситуации до зачатия во время беременности детей. Прошу. Thank you.
Важный момент. Многие говорят, я помню, и на приемах приходит женщина и говорит: да я уже давно простила. Я вижу, что у нее душа переполнена обидами. Я говорю: у вас обиды на мужчин не сняты. Да нет, что вы, я уже давно всех простил. Это говорит о непонимании того, как устроен человек. У нас есть голова, сознание, и там есть мысли и поверхностные чувства. И мы реагируем на мир, и если мы обижаемся или какие-то у нас злые мысли, это душе не вредит, потому что это туда не проникает сразу. Но если мы это делаем часто, если мы это подкрепляем своей уверенностью, своим, сказать, страстным желанием отомстить, обидеться, осудить, то когда это проходит в подсознание, в душу, вот тогда это там остается надолго. И когда мы головой простили, наша душа может при этом продолжать обижаться или ненавидеть, или унывать. Я в таких случаях всегда говорил: вы простили, а ваша душа не простила. Значит, как определить, что у нас более-менее все в порядке? Во-первых, если у нас какие-то отрицательные чувства есть к тем, кто нас обидел, значит, прощение не произошло. Когда у нас возникает чувство любви, света внутри, чувство душевного тепла к тем людям, на которых мы обижались, значит, уже что-то начало меняться. Дальше. Просить прощения нужно не только у людей, но и обращаясь к Всевышнему за ваши обиды, потому что в конечном счете это есть агрессия ко Всевышнему. Что еще? Этот процесс прощения, принятия ситуации нужно повторять многократно. Вот когда в душе чувство любви появится непрерывное, что бы ни происходило в прошлом, значит, вы уже где-то от этого прошлого перестаете зависеть. Еще важный момент. Если вы в ненадлежащем состоянии, то есть раздражены, переели, у вас какие-то переживания по поводу будущего или какой-то стресс по поводу происходящего, ваша работа над собой эффекта не даст. Поэтому, если вы хотите реально чего-то добиться, вы должны перед тем, как сесть и пересматривать жизнь, отрешиться от всего, желательно 2-3 дня попоститься. То есть секс, еда, проблемы, общение, от этого нужно выключиться. Если вы реально можете несколько дней посвятить этому отрешению, то потом уже, соответственно, молиться будет легче. Нужно помнить, что покаяние – это есть изменение. Когда мы, обращаясь к Богу, просим прощения за обиды, осуждения, сожаления или недовольство судьбой, мы должны понять, что мы не выпрашиваем здоровья. Мы не выпрашиваем, чтобы агрессия ушла из нашей души. А мы меняемся так, чтобы больше эта агрессия в душу не приходила. Мы должны измениться так, чтобы больше не обижаться, не запускать обиду внутрь. Вместо обиды мы должны воспитывать других людей, воспитывать себя. Обида – это несовершенная форма защиты. Так вот, если человек готов реально измениться, отрешиться от всего, пройти 3-дневный пост, то тогда можно говорить о реальных результатах. Чем серьезнее мы отнесемся к собственным изменениям, направив на это все силы, тем больше может быть результат.
Что еще важно? Мы часто персонифицируем Всевышнего и считаем, что вот если я помолился, то мне тоже должны, так сказать, что-то взамен дать. Я в Бога поверил, Бог мне должен дать здоровье. Я помолился, Бог должен дать мне благополучие. Бог и так нам все дает. Он каждую секунду дает нам любовь, энергию, как солнце светит. Об этом Христос говорил. Солнце светит всем, и хорошим, и плохим. И если человеку нужно солнце, нужен солнечный свет, а он уходит в тень, а потом предъявляет претензии, то это его проблема. Бог дает нам любовь каждую долю секунды. Если мы отворачиваемся от любви, забывая о Боге и посвящая себя каким-то проблемам, поклоняясь жизненным ценностям, если мы отказываемся от любви через обиды, раздражение, гнев, то здесь наша вина. Значит, мы должны всего-навсего отпустить все то, что является отказом от любви, вернуться к любви, открыть душу ей, и тогда мы получим энергию и здоровье, и счастье, и всего остального. Часто болезнь приходит как спасение. Вспомним бедного Иова. Праведник выполнял все заповеди, все правила, и вдруг у него все распадается. Кажется, за что? А вот здесь объяснить это до сих пор не могут ни богословы, ни священники. А ответ очень простой. Если для человека главная цель – это душа и любовь, то тогда, когда он теряет все остальное, но не теряет этой главной цели, он не будет испытывать отчаяние и уныние. То есть, если у него будет несчастье, если будут проблемы, если он потеряет то, что он ценил, он будет скорбеть снаружи, но внутри он будет понимать, что главная ценность у него не отнята. И отнять ее невозможно, потому что Бог вечен. То есть, он как актер может рыдать и плакать, но внутри он будет счастлив, что играет эту роль. Так вот, когда у человека главная цель – это чувство любви в душе, которое связывается со Всевышним, то никакие проблемы, потери, несчастья не сделают его, не приведут его к отчаянию. А вот если для него главное – это благополучие, жизнь, здоровье, родственники, то тогда потери этого всего, если он молится и верит в Бога только для того, чтобы это все сохранить, то тогда потеря счастья вызовет у него отчаяние. Вот у Иова было отчаяние по поводу потери всех тех ближних целей, которые человек привык делать главными. И вот суть единобожия заключается в том, чтобы человек понял, что главная его цель и смысл жизни выходит за пределы этой жизни, и что любовь важнее жизни как таковой. Поэтому, что бы с нами ни произошло, отчаиваться, а отчаяние – это потеря главной цели, чаять – это надеяться, что отчаяние недопустимо, потому что любовь мы никогда потерять не можем. Наша душа происходит из Всевышнего, наша душа живет любовью, и если мы это понимаем, то мы ее никогда не утратим. Так вот, вы можете несколько раз повторить эту процедуру, принятие того, что произошло, прощение всех и покаяние, то есть отрешение от всего того, что мешало чувству любви в душе. Еще важный момент. Наша жизнь начинается с родителей, которые дают нам жизнь. И как Бог дает и добро, и зло, так и родители нам дают любовь и одновременно боль, где-то нас ущемляют, где-то нас что-то запрещают. И вот это умение любить, когда тебе хорошо и когда тебе плохо, это и есть гармония.
Любовь должна быть не только, когда нас гладят. Любовь должна сохраняться, когда нас ущемляют в чем-то. И первый опыт принятия ущемления – это опыт почитания родителей. Поэтому если у человека созревают какие-то претензии к родителям, он разрушает подсознательную базу, которая позволяет ему реализовать любовь к Богу. Тогда он начинает поклоняться хорошему и ненавидеть плохое. Единобожие заканчивается. Любовь уходит. Это та любовь, которая ее заменяет, это уже страсть. Это уже стремление к тому, что нравится, поклонение положительному и ненависть к отрицательному. Истинная любовь любит всегда, как мать любит своего ребенка, и в отрицательных аспектах, и в положительных. Поэтому уважение к родителям, снятие претензий к родителям, понимание того, что родители дали нам жизнь, через них мы пришли в этот мир, что бы там ни произошло, это фактор не только душевного здоровья, но и физического здоровья и долголетия. Поэтому вспомните все моменты малейших претензий к родителям, осуждение их и снимите через покаяние. Прошу.